Большое, Борис Павлович. Ну вот уже не раз прозвучало о том, что в военмехе достаточно трудно дойти до окончания, получить диплом. Есть хорошая статистика. Военмех практически занимает первое место по отчислению. Сначала пришли к аркам, а потом-то призадумались. Да, я не случайно начал с того, что здесь надо учиться. Если не забуду, в конце расскажу вам анекдот, почему. Ну, а пока я хочу вас познакомить с теми, от кого зависят ваши знания. И чем лучше вы будете постигать науку, тем лучше вы поймете тех, кто сейчас выйдет на эту сцену. И если вы услышите свой факультет, то, наверное, декана может будете поприветствовать стоя. А пока здесь в зале присутствует первый проректор, проректор по образовательной деятельности Вячеслав Александрович Бородавкин. Аплодируйте, аплодируйте, потому что именно Вячеслав Александрович подает документы на отчисление. Теперь давайте познакомимся с деканами. Декан факультета А, Леонид Павлович Юнаков. Он сейчас выходит. Добрый день, с праздником. Декан факультета И, Сергей Юрьевич Страхов. Добрый день, Сергей Юрьевич, праздник у вас. И тем, кому повезло получать и образование, и погоды, начальник учебного военного центра, капитан первого ранга Бурковецкий Константин Александрович. Ну, немножко парней. Извините, желание выйти с погодами.